Malonu, kad radot laiko. Turbūt daug kas lektorių jau pažįsta ir žino jo šaunias ir gražiasias savybės, kuris jisai įdomus pasakotojas. Galvoju, kad negaišinsiu daug laiko, žinot, susitikimo temą. Vilnius pro juoką ir ašaras. Kadangi lektorius jau čia yra, tai kai tik tai jisai pasiruošęs, galėsim pradėti. Kaip gerą matą. Добрый день. Я на литовском не говорю, еще пока не выучил. Уже скоро. Наша организация, Международный имидж-центр, существует 4 года. И нашу деятельность мы проводим здесь, в этом зале. За вот этих 4 года уже тысячи людей побывали здесь. И наша цель – это распространение всего, что касается языка и культуры идыш среди людей, которые занимаются формальным и неформальным образованием, еврейским и нееврейским. На наши семинары, вот буквально здесь 2 часа назад у нас была группа 40 из 40 офицеров ЦАГАЛа, израильской армии. На наши семинары приезжают преподаватели, учителя, инструкторы, молодежные лидеры и так далее. И когда этот центр создавался, первый вопрос, который встал, где его организовать? И был выбран Вильнюс. Вильнюс был выбран по нескольким причинам. Вильнюс был выбран как столица того культурного движения, которое окрасила еврейскую культуру в 20 веке и получила название идишизм. У этого движения было много мест, где оно очень существенно раскрывалось. Это была и Варшава, и Одесса, и Киев, и Москва, и Нью-Йорк, и Буэнос-Айрес, и Иерусалим. И Черновцы. Вот в будущем месяце мы будем в Черновцах, мы организуем всемирную конференцию в честь 110-й годовщины Черновицкой конференции. В 1908 году в Черновцах собралась первая конференция по языку идыш, где присутствовало 56 писателей, ученых, политических деятелей того времени и провозгласили идыш национальным языком еврейского народа. То есть во всех этих городах присутствовала очень крупная еврейская культурная составляющая. Но совершенно особое место занимал Вильнюс. И совершенно не зря Вильнюс называют родиной идишизма. Город относительно небольшой, который по размерам не сравнится, естественно, ни с Нью-Йорком, ни с Варшавой, даже не с Одессой. Но ни в одном другом городе не было на такой крохотной территории такой концентрации творческих сил. Вот такой концентрации, как здесь, не было просто нигде. И этот город как магнит притягивал еврейские творческие силы. Этот город в очень многих аспектах является особенным. Это, наверное, единственный город, который основал свою художественно-литературную школу. То есть это единственный город, который расставлял свою городскую группу в 1929 году, когда получил название «Юнг Вильня», «Молодая Вильна». Авангардистские, модернистские писатели, поэты, которые объединились в общую школу. Этого не было больше нигде. Это единственный город, где был изобретен свой жанр рассказа. Жанр рассказа. Вот очень многие писатели, которые вильнчане, которые уже жили потом и в Тель-Авиве, и в Нью-Йорке, неважно где, когда они писали, то под заголовком в скобках появлялось такое как бы второй заголовок, и он назывался «Вильнер дер Цейлинг» – «Виленский рассказ». И я вам хочу сказать, что я этот виленский рассказ на своей, как говорят на русском, на своей шкуре испытал. Мы наш центр создали в 1914 году, и я впервые сюда приехал в 1914 году, раньше никогда не был здесь. И у меня больше в жизни такого нигде никогда не было. Я ходил по городу, и мне не нужна была никакая карта. Я не только знал, какая улица в какую переходит,
Я чуть не знал даже во многих домах, кто жил. Откуда? Из виленских рассказов. Потому что писатели, вот, о которых я буду говорить, в Виленчане, они употребляли названия улиц, местностей городских и так далее. Поэтому единственная проблема была перевести нынешние названия в старые польские, которыми они оперировали. Вот. И в этом городе есть очень много особенного, но самое главное. В конце 90-х годов я сделал такое исследование в Израиле. В районе Большого Тель-Авива, Большой Тель-Авив, это большой округ тель-авивский, его называется Гуш-Дан, это 3,5 миллиона человек, это Тель-Авив и 12 приросших к нему городов. Вот в районе Большого Тель-Авива находилось, тогда это был, по-моему, 97-98 год, 28 землячеств выходцев из Восточной и Центральной Европы. Землячество, знаете, что это, да? Это объединение выходцев из какого-то вот одного города или местечка. Каким образом эти землячества образовывались? Приезжали люди, спасенные из Холокоста, или которые там где-то в эвакуации спаслись, или выжили на оккупированной территории, приезжали в Израиль после войны, и буквально их эти остатки восточноевропейского еврейства, их называли с названием шаарита плита, или остатки беженцев. И вот они буквально из тех грошей, которыми они располагали, они делали все возможное, чтобы увековечить память своих общин. И вот строили такие дома, собирали деньги, строили дома. И там они увековечивали память своих вот местечек. Они раз в год проводили там памятные церемонии. Они собирали там архивы, библиотеки. У них были кассы взаимопомощи, у них были фонды всякие и так далее. И вы знаете, что интересно? В конце 90-х годов я насчитал таких 28, у которых вот были свои здания. И что интересно, во втором поколении они все отмерли. Их не стало. Потому что первое поколение людей, которые приехали из этих мест, у них был сентимент, у них была эмоциональная привязанность к тому, что называется старый дом. И они хотели, всеми силами старались вот сохранить память об этом старом доме. Второе поколение, вот их дети, которые уже выросли там, их уже это не интересовало. Они уже от этого были очень далеки, у них уже не было того сентимента и все. И что самое интересное, что единственное землячество, которое действует очень активно и во втором, и в третьем, и в четвертом поколении, это Вильна, Бейт Вильна в Тель-Авиве. Это дом, где есть бурная деятельность, не переставая, и куда приходят уже, что называется, и внуки, и правнуки, и те, кто когда-то жил в Вильне. И вы знаете, они вот этой виленской тоской, виленской вот этой тоской по Вильне сумели заразить весь еврейский мир. Вильна для еврейского культурного, литературного мира стала каким-то памятником вот тому старому идышговорящему обществу, которого больше уже нет. И вот совершенно не случайно, когда в 1988 году в честь 40-летия государства, вот сейчас мы отмечали 70-летие, 30 лет назад, вышла двухтомная антология писателей, писавших на идыше в Израиле, и вот на самой первой странице, когда вы открываете эту антологию, там появляется вот эта картина Давида Лобковского о Вильнер Гесл, Виленский переулок. Вот вдруг антология идышской литературы в Израиле открывается вот этой картинкой «Виленская улочка». То есть, почему? Потому что Вильна являлась храмом памяти. Она являлась представляла собой нечто такое, что связывало как бы весь еврейский народ с символом старого потерянного дома. И вот один из писателей, о котором я буду говорить еще, написал очень интересно, сам давал ответ на этот вопрос. Он говорил, тоска по Вильне, я перевожу сразу с идыша,
Тоска по Вильне, она совершенно иная. Поэтому нам, вильнчанам, очень трудно объяснить невильнчанам, почему мы так упорно возвращаемся в свой город. Что нас так упрямо туда тянет? Ведь я каждую ночь возвращаюсь в Вильну. Я прохожу пешком ее улочки, я знаю, сколько шагов от одного угла до другого. Я хожу по, ну, называют эти улицы старыми названиями, это Францисканергас, Дидайчегас, Десавичергас, газ это улица, да? Я спускаюсь в Цумбернардинергорт, откуда я знал все эти названия, от него, да? Я спускаюсь к Бернардинскому саду, я вижу во сне серебристость Вильи, и вот, когда я просыпаюсь, я себя спрашиваю, что меня тянет каждую ночь возвращаться в свой родной город? Почему я так тоскую? По улицам, по домам, наверное, нет. Я тоскую по людям. Я тоскую по тому сорту людей, которые сумели украсить наши трудные, серые виленские будни в пестрые краски. Я тоскую по ним, я тоскую по тем мечтателям, каббалистам, раввинам, сумасшедшим, бродягам, людям, которые тяжело зарабатывали свой кусок хлеба. Я много раз пытался перевести их сюда, на улицы Тель-Авива. И у меня не получилось. Где-то я глубоко чувствовал, что они все остались там, и они принадлежат вот тому виленскому миру. Они все там, на Шнипишках, на Софяниках, в переулке Гидки Тойбы, на Немецкой улице во главе с синагогальным двором. Поэтому я каждую ночь возвращаюсь в мою нижнюю Вильну, которая навеки поднялась в небеса. Вот это, наверное, самое красивое выражение вот этой виленской тоски, которая совершенно другая. И поэтому, когда в еврейском мире, литературном, культурном, Вильна приобрела какие-то пропорции, совершенно несоразмерные с ее физическим, не соответствующие физическому размеру. То есть, когда вы говорите о Вильне в еврейской литературе, то вы видите не просто какой-то город, вы видите целый храм народной, коллективной, национальной, культурной памяти. Вот это то, что важно мне было донести. Ну, а сейчас я хочу остановиться на некоторых личностях, которых Вильна подарила еврейскому миру. Ну, вы все, наверное, знаете вот эту вот мемориальную доску на доме, где жил вот этот писатель, Моисей Кульбак. Вот история этого писателя, его биография, это, можно сказать, биография целого поколения, которая связана с Вильной, которая воспела этот город и в то же время пережила огромную трагедию. Он не уроженец Вильны. Он родился в 1896 году в местечке Сморгонь, это Белоруссия сегодня. Он учился в разных ешивах. Сморгонь – это было такое местечко, которому он посвятил не одну поэму. И оно было известно, там очень бедные земли были, там сельского хозяйства практически не было. И евреи жили там очень бедно, занимались ремеслом, но придумали очень процветающий бизнес. Это был, наверное, единственный в Европе. Академию по дрессировке медведей. И вот ловили этих медведей, их дрессировали, а потом продавали в цирке для забав, на ярмарке и так далее. И он из этой Сморгони уехал еще совершенно молодым человеком. И учился в Швенцянской ешиве, это Швенчонис, и учился в Воложенской ешиве и так далее. И в возрасте 19 лет он приезжает в Каунас. В
Каунасе он работает преподавателями в РИТА в детдоме для сирот. Там он издает свою первую книжку стихотворений, которая называется «Ширим» на иврите, стихи на иврите. И больше всего его притягивает Вильна. Он оттуда буквально через год приезжает в Вильну. Он приезжает сюда, он работает учителем литературы в Вильнской реальной гимназии, вот которая на улице, это огромный комплекс зданий, на улице Руднику, да? Правильно говорю? Да? Вот. Вильнская реальная гимназия. Я еще знал людей в Израиле, которые там учились. Они рассказывали, это была не... Сейчас нет таких школ. Это не просто школа была. Это была фабрика культуры. Это была после учебного дня. Там проводилась обильная культурная образовательная деятельность практически сутки. После учебного дня для детей там была деятельность для родителей. Там были литературные кружки, там действовал потрясающий хор под руководством учителя Герштейна. Там действовал кружок по рисованию под руководством учителя Якова Шера. Эти все образы я знаю из литературы. Они были настоящими людьми, но они стали литературными образами. Они увековечены в еврейской литературе. И вот Кульбак открывает там кружок декламации. Его вечера начинались очень поздно. Он был очень красивым, внушительной внешности мужчиной. И его дочь, которая живет в Тель-Авиве, рассказывала мне, говорит, на этот его кружок, в этот зал было не пробиться. Зал был полон молодых девушек, которые приезжали не только из Вильны, а из всей округи, и даже не из столь глубокого понимания в поэзии, как они говорили, «Он кукентем красавец». Увидеть этого красавца. Вот. Он был человеком совершенно неслыханной харизмы. И вот я в Израиле встречал еще людей, которые у него учились. Одна из его учениц была такая Хана, вот посмотрите, вот то, как раз о чем я говорил, Хана Кантор. Ее уже нет. Сегодня ее дочь, которая родилась в Израиле, она никакого отношения уже к Вильне не имеет, да? Она председатель объединения выходцев из Вильны, вот этого Бейт Вильна. То есть она продолжает то, вот что в нее, вот ту, вот жить той тоской, которую в нее вселила мать. И вот Хана это мне рассказывала. Она говорит, он из каждого урока литературы, он устраивал моноспектакль. Он не преподавал литературу так, как ее преподают сегодня. Вы знаете, как преподают обычно литературу сегодня? Говорят о литературе. Он не говорил о литературе. Он брал произведение и начинал его играть. То есть он одновременно воплощал несколько ролей. И он начинал его играть. И поэтому дети каждый урок воспринимали не как урок, а как посещение театра. И когда звонил звонок, ему нужно было прекратить, дети начинали плакать. Они хотели знать, чем закончится. И начинали просить, лейн, читайте, мы не пойдем, и потом попьем кофе с булочкой. Вы читайте. И вот Кульбах, он молодой еще тогда человек, и он в считанные годы, он становится совершенно вот таким притягательным нервом культурной Вильны. К нему начинают приходить люди, которые пытаются что-то писать. Ему приносят как бы на его судейское, на его судейский глаз, да, приносят ему, вот кто-то написал какое-то стихотворение, кто-то еще что-то написал и так далее. Он притягивает к себе вот этой своей харизмой. И вы знаете, он пишет песню, которая, и слова, и музыку, кстати, «Штернл», «Звездочка», которая стала совершенно народной в какие-то считанные месяцы. И вот буквально вот месяц назад у нас был здесь был семинар для группы из Яд Вашем, из Иерусалимского мемориального института Холокоста. И в этой группе был Кантор, знаете, что это, да, Хазан. И вот этот Кантор, когда я вдруг заговорил о Кульбаке, и он совершенно не знал этого имени, но я упомянул его песню, и вдруг оказывается, что он посреди кантарального пения всю жизнь исполняет его вот эту песню «Звездочка», «Штернгл». И песня такая... Звездочка, звездочка, синей ленточкой, упади в мое местечко, будь моим посланцем. Ты пройдешься, и там за кривой улочкой ты увидишь полуразрушенную избушку.
И там за окошком сидит моя жена. Передай, спроси ее, как дела моих детей. Передай, что я читаю их письма и плачу над ними. И попроси, чтобы Янкеле, чтобы его не жалели. Пусть его и дадут в хедер, в начальную школу, и пусть он там хорошо выучит кадиш, поминальную молитву. Но кто знает, может Господь жалится. Знаете, и эта песня стала пророческой. Он после 3 лет в Вильне, он хочет получить европейское образование, он едет в Берлин. В Берлине в те годы сидит театр Вильнер Труппе. То есть театр, который был создан в Вильне, Вильнер Труппе, да, Вильнская труппа, находится продолжительное время в Берлине, и он зарабатывает на жизнь тем, что он там суфлер, ну вот роли шепчет, да, суфлер вот в этом театре Вильнер Труппе. И он пытается там учить медицину и так далее, но опять же его тянет в Вильню. И он через год возвращается сюда. И продолжает работать в этой реальной гимназии. Он не только в реальной гимназии преподает, он еще преподает то, что называлось Lehrer-семинар, семинар по подготовке учителей для еврейских школ. Там он влюбился в свою ученицу, Гению, они поженились, у них рождается мальчик Илья. И вот в 28-м году он заболел жуткой болезнью, которая называется коммунизм. В 28-м году он решает, что надо бы посмотреть на восток, там, где под солнцем сталинской конституции строится настоящее счастье, куда пришел красный Машиах, красный мессия и так далее. Газета Der Wiener Tag, ежедневная газета «Вильнский день», вышла у меня, у его дочери, я видел в Тель-Авиве этот номер газеты, с заголовком главным «Кульбак махт ниш динаришкайт», «Кульбак, не делайте эту глупость». У его дочери Раи есть фотография. В этой фотографии, на этой фотографии вот площадь перед вокзалом черна от людей. Огромное количество людей пришли его проводить. Он садится в поезд и едет в Минск. Через неделю он пишет в Вильну письмо своему другу. То есть он как бы не мог написать напрямую, что я совершил огромную глупость, но он пишет письмо своему другу. Здесь нужно хорошо мыться, чтобы грязь не прилипла к тебе. Но, к сожалению, в баню здесь принято ходить раз в неделю. То есть буквально вот намеком пишет, я сделал огромную глупость. Там он создает свои самые-самые великолепные произведения. Он пишет драму «Бойтре». «Бойтре» – это драма, построенная на народной легенде. «Бойтре» – это был такой парень-сирота, босяк, как говорили, да? И его приютил богатый человек. И «Бойтре» влюбляется в Стеллу, дочь вот этого богача. И когда хозяин его, который его как бы вырастил, узнал, что у него роман с его дочерью, он его выгнал. И эта Стелла убегает вместе с ним. И этот «Бойтре» стал еврейским Робин Гудом. Он собрал банду, и они орудуют в лесах, они грабят богатых и раздают бедным. И вот когда на них армия надвигается, и предлагаю всем сохранить жизнь только что Бойтре сдался, и он готов, чтобы остальные остались живых, сдаться. И вот когда он выходит, Стера чувствует, что в него целятся, и закрывает его собой и ловит на себя эту пулю и так далее. Он пишет роман «Беньямин Магидов» о партизанах-евреях после Первой мировой войны, прокоммунистических при польском режиме. И самое главное, он там пишет роман своей жизни, который называется «Залменяне». Вот этот роман, к сожалению, стал обвинительным актом. Ибо в 1937 году он был арестован и обвинен по известной 58-й расстрельной статье «Шпионаж в пользу иностранных разведок». Если вы посмотрите в энциклопедии старой, то написано, что год смерти 40-й. А уже когда открылись в Минске архивы КГБ, то Рая обнаружила, что приговор был приведен в исполнение через 15 минут после вынесения, то есть 37-й. Ему был 41 год при смерти. Его жена Геня
была отправлена в лагерь для жен врагов народа. Сына Илью взяли к себе родители, и он с ними вместе погиб в Виленском гетто. Дочь Раю, которой было 3 года, отправили в детдом для детей врагов народа, и благодаря этому она спаслась. То есть детдома эвакуировали, и когда через 9 лет мать освободилась из лагеря, ее нашла, то это только надо слышать этот рассказ девочки, которые прополоскали, знаете, этот мозг, да, и вдруг ей говорят, что ты должна искупить грехи своих родителей, и все, и вдруг появляется какая-то тетя, а ей уже 12, которая вдруг утверждает, что она ее мама. И в каково это девочке было привыкнуть к тому, что у нее есть мама. Вот. Ну и в 90-м Рая с семьей уже переехала в Израиль. Теперь вот этот роман «Залмияне», его после выхода этого романа его называли, Кульбака назвали «Das Wunderkind von der jüdischen Literatur», то есть чудо-дитя еврейской литературы. Знаете, о чем роман? Он просто-напросто в очень искрометном сатирическом еврейском юморном стиле показывает, как местечко привыкает к советскому укладу жизни. Местечко – это одна большая, как у нас на иврите мы говорим, хамула, одна огромная семья. Дедушка Залман и бабушка Баша. У них 6 сыновей. У каждого из этих сыновей тоже каких-то там 10 детей. И у всех, и все вместе, они – это целое местечко. Их много. И вот их в народе так и называют этим названием от имени дедушки – Зелмелах. Отсюда и название – Залменяне. Да? И вот самая потрясающая глава, которую я очень люблю, называется «Бабушка Баша идет умирать». Самая веселая глава. Говорит, бабушка слегла уже несколько дней, как она не берет пищу, и залменяне уверены, что на этот раз уже наверняка. Говорит, смотрите, почему он так как бы цинично пишет? Он показывает людей, вот что называется, трудяг от сахи. А вот такие вот народные типы, у них нет двойного дна. У них, как на русском говорят, что на уме, то на языке. И они как бы не вот осмысливают слова, чтобы сказать более деликатно. Они вот, что думаю, то говорю. На идише тоже такая фраза есть. «Восов дер лун, досов дер цун». Что внутри, то и на языке. Да? И вот они уверены, что на этот раз уже наверняка. Потому что пару раз бабушка их уже обманула. Она тоже слегла, и они уже готовили, что вот-вот, а на следующий день она сказала, что она себя чувствует лучше. И вот они послали одну из невесток этой бабушки проверить, как дела. А сами все сгруппировались во дворе и ждут. Вышла тетя Малка, невестка этой бабушки, и говорит, я так предполагаю, что исход души наступит в полночь. Залменяне были вне себя. Зачем? Что, почему это должно взять столько времени? Нам же утром на работу. Она говорит, за это я не несу никакой ответственности. И вот примерно в полночь они все собрались у бабушкиной постели. Бабушка вроде бы совсем не дышала уже. Буквально представляла собой мешочек с костями, обгрызанный временем. И вот уже каждый из них пустил по одной большой слезе и начали ее как бы говорить о ней добрые слова. Ой, какая добрая женщина была, какая хорошая женщина была. Никогда чужого на волосок ничего не взяла. Вдруг бабушка открывает глаза и говорит, погасите свет, я не могу умереть с таким огнем. Теперь. Среди них один из внуков этой бабушки, он советский милиционер. И они не знают, как себя с ним вести. С одной стороны, он представитель власти, а власть – это то, чего евреи всегда должны бояться. Да? А с другой стороны, он как бы их родственник. И они не очень понимают, как себя. И они его побаиваются немного. И вот он пришел и говорит, так, поменять ей постель, поставить кровать за печку, иначе она нас будет здесь мучать долго, мы от нее не избавимся. Вот, что на языке, но нету на языке. И вот они опять поставили постель, и все. И опять бабушка не дышит.
И опять начали ее, это вот какая хорошая женщина была. Вдруг бабушка говорит, дайте мне кусочек хлеба, я не могу умереть такой голодный. И вот они мажут ей кусочек хлеба вареньем, дают ей, и вот так с этим кусочком хлеба она и умерла. Теперь, дети, вот показана история этого местечка. Знаете, вдруг исчезла черта оседлости, нет никаких больше ограничений, и дети начинают разъезжаться, куда они разъезжаются. Настройки коммунизма, кто на Дальний Восток, кто в Ленинград, кто куда-то учиться и так далее. И появляется поколение родителей в этом местечке, которое живет письмами. То есть остались пожилые все, да, и живут они письмами от детей. И вот пишет одна из героинь романа сыну, который поехал на Дальний Восток на стройку коммунизма. И она пишет ему, мой сын, может, у тебя там, там, где ты живешь, есть хорошие специи для бульона, то пришли мне. Это пишет мама, мне за вас стыдно. В то время, как весь советский народ строит коммунизм, вы говорите о таких глупостях. Вас интересуют специи, причем к матери обращаются на «вы», как было принято вот в таких вот маленьких местечках, да. Теперь мать ему опять пишет, мне принесли радиоприемник. Я не знаю, что с ним делают. Я на него поставила кастрюльку с бульоном. Он не варит. Вот. Поэтому что с ним? И вот этот роман потрясающий. Это такой всплеск еврейского юмора. Просто трудно передать словами. Он настолько талантливо написанный. Это даже вот трудно на роман взять. Просто сборник эпизодов о жизни вот этой огромной семьи. И вот этот роман послужил обвинительным актом. Вот этот роман в 1937 году дал почву, говорить, он надсмехается над советским образом жизни. И вот так, в принципе, закончил свою жизнь один из крупнейших гений еврейской литературы. Теперь посмотрите, когда вот был юбилей Вильны, то его поэму Вильна, власть Литвы перевели на 9 языков и издали вот такое вот подарочное издание, 9-языковое, ибо это одно из самых потрясающих произведений, написанное об этом городе. Теперь, знаете, если кто-то читает на идыше, то здесь такое обилие, вот здесь даже есть материалы. Вот это, например, сборник, который называется «Вильна», 1935 года. Здесь вы найдете биографии знаменитых людей, живших в этом городе. Здесь вы можете найти огромное количество всяких организаций. Здесь вы можете найти, вы просто понять, что это была некая мини-такая еврейская республика. То есть это действительно был макет передовой еврейской общины на то время, где было все, где система социальной взаимопомощи, несколько систем образования и на иврите, и на идыше, от народного университета до детского сада. Вот. То есть такое обилие культуры, образования, творчества, как вот в этом городе, это трудно себе представить. То есть не было больше городов размером с Вильну, чтобы им вот такое было посвящено. Помимо этого, каждый год здесь издавался альманах. Вот это у меня есть альманах последний, 1938 года, перед советским вторжением. Это вот последний был выпущен в 1938 году. И вот вы видите, здесь есть статья «К бармицве Иво», институт Иво на улице Вивульска, который был создан в 1925 году, это как раз 1938. И в этом альманахе, вы когда листаете его, вы просто глазам своим не верите, чего здесь только не было. Здесь и всякие социальные общества, и профессиональные союзы, которые вели свою деятельность только на идыше, от дровосеков до зубных техников. И банки, и рекламы пансионатов вокруг города. Чего здесь только не было. Буквально вот мини-республика такая. Потом вот это вот уже из материалов, которые мне удалось подсобирать немножко. Вот, например, программка концерта Виленской филармонии. И одна страница на идыше, одна на польском. Это
23-й год, и вам тут и Равино, и Бах, и Вивальди, и так далее, практически два языка, которые в этом городе властвуют. То есть два языка, которые являются официальными языками города. Здесь была знаменитая династия писателей по фамилии Чарни. И вот особенно два брата, Даниэль и Шмуэль, они были известными писателями. Даниэль эмигрировал в Аргентину, и там он издал вот этот огромный сборник мемуаров «Вильне», и он очень толстый этот сборник. Сейчас я вам прочту кое-что, процитирую оттуда. А Шмуэль Чарни эмигрировал в Нью-Йорк, и Чарни, да, он свою фамилию поменял на английский и на американский манер, и Шмуэль Чарни в Нью-Йорке превратился в Шмуэль Нигер. Сегодня бы это назвали не politically correct. Он стал один из крупнейших литературных критиков на идише. Но я хочу процитировать нечто из сборника Даниэля Чарного, который показывает, какая концентрация творческих сил была в этом городе. Он пишет: «Трудно представить себе, насколько бурной и цветистой была еврейская политическая, литературная и общественная жизнь в Вильнюсе. В венгерском завулке номер 12». По-моему, сейчас он тоже называется, да? Венгру. Вот, венгерский завулок номер 12. Там собирался салон сионистско-социалистических писателей. На Завальной улице, это Пилимо, был салон «Страшун Мазо», где вы могли встретить крупнейших корифеев современной литературы на иврите и на идише. На Широкой улице номер 34, это Диджо, 34, было так называемое литературное кафе господина Германа, которое в народе называли вместо «литерарище кавьярни», литературное кафе, «литерарище кибецарни». Кибецарни – это сборище. Там практически вы могли встретить всех деятелей молодой группы «Юнг Вильне», вот это авангардистское модернистское движение, которое здесь было создано в 1929 году. На Савичер улице, Савичер, 5, собирался салон пролетарских еврейских писателей. То есть мы говорим о четырех литературных салонах на территории в, ну, сколько, километр на километр, наверное, меньше того, да? Совершенно вот такая вот концентрация творческих сил. Он пишет, сегодняшней высоты можно только удивляться, как столь небольшой город превратился в мини-еврейскую республику, где вы могли встретить и где были представлены все возможные социальные, политические, культурные процессы, которые проходили в еврейском обществе того времени. То есть поэтому, наверное, интерес к Вильне настолько велик, потому что вот такая концентрация всего, чего только можно представить себе, причем и религиозных течений, и светской культуры, и все это жило как бы под одной крышей и уживалось, это нечто совершенно-совершенно уникальное. Когда в 1962 году открылся Бейт Вильна в Тель-Авиве, то издали вот этот вот сборничек «Вильнер Замбльбух», это уже в Тель-Авиве в 1962 году, и кто пишет вступительную статью и вот произнес речь к открытию Бейт Вильне? Шнейер Залман Рубашов, Залман Шазар, который в то время был третьим президентом государства Израиль, который тоже жил в Вильнюсе какое-то время. И вот я хочу вам сказать несколько слов об этом авторе. Хаим Граде. Хаим Граде – это
один из, ну, если можно так сказать, наверное, если поставить литераторов еврейских на вот пьедестал, то вот он на самой-самой верхней ступени. Это один из самых больших гениев еврейской литературы. Он и романист, и рассказчик, и поэт совершенно гениальный. Кстати, многие в еврейском мире до конца не простили Нобелевскому комитету присуждение премии в 1978 году Башевису Зингеру, потому что многие считали, что тот, кому по-настоящему положена премия, это Граде. Граде увековечил мир литовских ешив, мир литовского направления в иудаизме, атмосферу литовских ешив. И сама его биография очень-очень драматична. Он родился в 1910 году в Заречье, в бедной довольно-таки семье. Отец был преподавателем иврита, очень мало зарабатывал, а мать была простой женщиной, продавала яблоки на рынке. Но у нее была как бы побочная халтурка, да, как говорили. Она была фирзогерин, большинство женщин, ну, многие женщины, особенно бедные, не умели читать, писать, да. То в синагоге всегда была одна женщина, которая читала молитву для остальных, и они группировались вокруг нее и слушали. Так вот, это ее как бы побочный заработок был. И вот самое сильное его воспоминание детства, это вот он сидит в синагоге внизу и слушает, как мать наверху произносит молитву на Рош Ходеш. Рош Ходеш – это начало нового месяца. Это очень такая интимная, очень личная молитва, где женщина просит за своих детей, за свою семью, за заработок. Очень доступная, понятная такая молитва. Он учился в ешиве очень такого экстремального течения, которое основал раби Исраэль из Саланта, ешива, которая называлась мусарники, моралисты. Они как бы, их теория, это надо отказываться от всех земных благ в этом мире во имя будущего мира. Но он отошел от религии, и он тоже был одним из основоположников вот этого модернистского движения Юнгвильне. Очень короткое время до начала немецкой оккупации он женился. И так получилось, что он вынужден был свою жену и мать оставить здесь и бежал. Он войну пережил в Узбекистане, а обе женщины здесь погибли. И после войны он живет, то, что мы называем на иврите «тазбиха ашма» – комплекс вины. Он не простил себе, что он оставил здесь мать и жену. Теперь огромное количество его произведений, вы там всегда, после военных, вы там всегда найдете образ матери. У него есть поэма, называется «Мамины субботы», «Немой миньян» и так далее. Он везде есть образ матери. Вот этот вот, это как будто вот его какое-то воплощение его вины, вот за то, что он ее оставил. Он потом женился, он жил в Америке до 1982 года и так далее. Но в 50-х он посетил Израиль и посетил Иерусалим. И он написал одну из своих самых гениальных поэм, которая называется «Иерушалайм». Как мы называем Вильнюс? «Иерушалайм де Лита». Литовский Иерусалим. Но был не только литовский Иерусалим. Так как трудно было попасть в Иерусалим, то евреи приближали Иерусалим к себе. Каждый центр учености, культуры, Торы, они называли Иерусалим. Так, например, Вильнюс называли «Иерушалайм де Лита». Люблин, Краков называли «Иерушалайм де Галиция». Бердичев называли «Иерушалайм де Волынь». В каждом как бы, месте был свой Иерусалим. То есть много таких Иерусалимов, диаспор было. И вот когда он приехал в Иерусалим настоящий, он называет Иерусалим мать всех Иерусалимов диаспоры. Вот знаете, какую он поэму пишет? «Дайн тохтер Вильне лебт ништ мер Иерушалайм. Твоей дочери Вильны уже нет в живых Иерушалайм. Ин тойдн шлак байготизи бицрорахаим. Она в небесной голубятне, на древе вечной жизни. Твоя дочь из Литвы взошла в огне, как ее старшие сестры Вормс, Майнц и Шпайер. Это три города в долине реки Рейн. Вот в этом треугольнике в X веке возник Языкидыш.
как ее сестры-близнецы Люблин и Краков, ибо их не пожалело, как тебя, солнце милосердия. Только ты, Иерушалаим, можешь и дальше продолжать и усмехаться, и улыбаться в окружении твоих гор, будто львиц с крыльями. Только ты, Иерушалаим, сквозь свои прозрачные веки можешь встречать закаты и восходы. Только твои врата Господь сторожит. И вот самая ужасная, ужасная совершенно строка. Ведь ты, Иерушалаим, мать, которая пережила всех своих дочерей. А мамы вослептибер але иретехтер. И вот когда он видит Иерушалаим, смотрите, какую он строку говорит, пишет. Вених хобдих дерзен майнштиле ирга койдеш. Когда я тебя увидел, мой тихий священный город. Обих дергерт майн маме визи бенч трош койдеш. Я услышал мою мать, которая благословляет новый месяц, прошлыйдешь. И вот он говорит, я к тебе, Иерушалаим, не пришел с пустыми руками. Ведь это он пишет 50-е годы, когда в Израиле тенденция была перечеркнуть все, что было до того, и в диаспору, и начать строить новое с точки ноль. Да? Он говорит, нет, я не пришел к тебе с пустыми руками. Я пришел к тебе мит алле майне вогнеш, со всеми моими блужданиями. Я буквально от моих вильнских евреев в их тесных домах пришел к твоим рабочим из горячей Йеменской пустыни. Я пришел от моих верб на берегах Вилии к твоим пальмам. Я пришел к тебе со всем моим историческим грузом и со всем моим городом, который Господь не пожалел. Я стою пред тобой, Иерушалаим, Ир Хацедек. Я стою пред тобой, город справедливости, в надежде, что здесь я найду историческую справедливость. Вот так он строит мост между Иерушалаим Делита и Иерусалимом, который называет мать всех Иерусалимов диаспоры. Мать, которая пережила всех своих дочерей. Это очень трогательная, трепетная и буквально вот будоражащая поэма. Знаете, сама идея гениальная этой поэмы. Последнее время очень много его переведено и на иврит, но и на русский. И я вам очень рекомендую вот, почитать его романы «Цемах Атлас», «Немой Миньян», «Мамины субботы». Это все сегодня есть на русском, если кто-то читает. Ну и совершенно особое место занимает в истории Вильны вот этот писатель, Авраам Карпинович. Посмотрите, это тот же человек. А куда делась фотография? Она раньше была здесь. Карпиновича не было. Не, сегодня повесили его. Только что упал. Упал. Посмотрите, это один и тот же человек. Здесь ему 16, а здесь ему 80. Вот эта фотография из его, это из паспортного отдела, да? Да. Да, внутренних дел. Он жил на улице Татарио 24, двухэтажный дом. Я с ним был очень дружен, очень близок. Он Вильну оставил вот прямо перед приходами немцев. В Советском Союзе в эвакуации пережил. Потом он через Польшу вернулся. Через Польшу в 48-м году он год был в лагерях на Кипре для перемещенных лиц. И 49-го он в Израиле. Он скончался в Тель-Авиве в 2004 году. 2004 год. То есть 49-го по 2004 он прожил в Тель-Авиве большую часть своей жизни. Но он никогда не уходил из Вильны. И вот то, что я вам цитировал в самом начале, это его слова. Это он каждую ночь видел Вильну. Всего написал 12 книг. Из них 10 посвящены Вильне. Причем в названии каждой из них есть Вильна.
название каждой книги. Одна называется «Вильне майн Вильне», «Вильне моя Вильна». Другая «Гевен гевена мол Вильне», «Была-была когда-то Вильна». Третья «Вильнер Дурхой», «Вильнерский сквозной двор». «Вильнер Гассен», «На Вильнерских улицах». То есть в каждой книге название есть Вильна. И вот благодаря ему я знал город, потому что он адреса указывает, буквально вот адреса. И мы можем, вот мы уже даже здесь на каких-то семинарах это делали, по его рассказам делали экскурсию по городу, вот по тем адресам, которые он указывает. И мы можем как бы знать, кто где жил, кто где ходил и так далее. Знаете, беря его книги в руки, мы можем закрыть глаза и увидеть в воображении вот тот город. Ту довоенную Вильну с ее, с ее типами, типажами, с ее чудаками и так далее. Но у него был очень интересный подход к этому городу. Он говорил, я его спрашивал много раз, я говорю: «Авром, посмотрите, о ком вы пишете. У вас почти нет рассказов о нормальных людях». Так он всегда отвечал: «Во-первых, всегда вопрос, кто на самом деле нормальный. Вы же знаете, что каждый сумасшедший считает, что весь мир сумасшедший, а он один нормальный». Большинство героев его – это уголовный мир, это воры, это уличные женщины, сутенеры, нищие, сумасшедшие, всякие чудаки такие. И когда я его спрашивал, он дал очень благородный ответ. Он говорил: «О больших и важных писали до меня и будут писать после меня. Об этих, если я не напишу, не расскажу, уже никто их никогда не расскажет». Я говорю: «А почему вам важно вообще рассказать о них?» И тогда он ответил: «Ибо почему важно? Потому что яма в Панарах уравняла всех. Там все были равны. И писатель крупный, и ученый известный, и воришка упали в ту же яму. Этого писателя будут читать, этого ученого будут помнить, а вот этого воришку никто никогда не вспомнит». Говорит: «И все мое творчество направлено на то, чтобы увековечить пучок душ еврейских, может быть, заблудших душ, но которые тоже были частью Вильнской панорамы. Без них Вильна была не Вильна. Они тоже были частью вот этого пейзажа. И, может быть, спустя десятки лет какой-то студент, какой-то исследователь откроет мою книгу, и перед его глазами они воскреснут, они восстанут из небытия». И мне всегда очень хотелось, чтобы он своих героев перевез в Израиль, чтобы они там продолжали жить. А вот как раз поэтому он написал, что «я пробовал, но у меня не получается». Говорит: «Они все остались в Шнипешках и в Софьяниках и вот здесь». Он говорит: «Они не клеются сюда». Я говорю: «Ну как не клеются? Вы же приклеились». Я говорю: «Вы же вот живете здесь, почему они нет?» И он говорит: ну не получается». И он мне приводил тогда пример. Говорит: «На углу вот Еврейской улицы и Немецкой улицы, где вход в синагогальный двор был, которая в Окичу сейчас, там же не было этих домов, которые сейчас послевоенные, вход в синагогальный двор». Он говорит: «Прямо в ворота синагогального двора стояла нищенка. Она 40 лет там сидела», говорит, «по ней можно было будильник проверять. Она в 8 утра садилась и начинала кричать: „Идн, гитаны довы, евреи, дайте милостыню, чтобы Бог вам послал легкую болячку и хорошего доктора“». Он говорит, не было ни одного, кто бы ей не дал. У кого не было денег, принесли какой-то кусок хлеба, какую-то булку, картошку, там, я знаю. Но она была частью панорамы. Невозможно было себе эту улицу немецкую представить без этой тетки. Он говорит: «Представь себе, я ее посажу после муниципалитета в Тель-Авиве. Кто на нее посмотрит, куда она здесь приклеится?» Так он чувствовал, что эти все люди, они остались здесь. И вы знаете, он, я одного себя не могу простить, что, проведя с ним сотни часов беседы, разговоров и все, что у меня не было ума записать его, зарекордировать на магнитофон.
Во-первых, такого идыша больше ни у кого нет. Вот это настоящий виленский идыш, когда он описывает, например, уголовный мир, он их сленг описывает, он его знал, которого сейчас уже никто не знает. Он писал вот так, как они говорили. И он в жизни также разговаривал. У него каждая фраза, это вот вы когда с ним сидели, да, он никогда сам не смеялся. Но вот когда я от него уходил, всегда с болью вот в мышцах, потому что невозможно было от хохота, невозможно было устоять. Каждая его фраза, это была картинка. Каждая его фраза имела визуальный ряд. И когда ваше воображение воспроизводит эту картинку, вы трескаетесь от смеха, хотя он говорит совсем не о смешных вещах. Например, вот картинка, да? Он там рассказывает об одном, один герой, у него один из сотрудников института ИВО, вот. Он был инвалид, у него нога одна была короче. Но он всегда должен был добавить, говорит, он хромал, у него одна нога была короче, он всегда должен был добавить, но зато вторая была длиннее. И вот в этот момент вы уже улыбаетесь, хотя улыбаетесь не в веселые моменты, не в моменты, которые, в общем-то, должны вызвать смех. Смотрите, вы о его рассказах можно говорить днями напролет. Один рассказ красочнее другого. Но, например, я вот очень люблю его рассказ, который называется «Еврейские деньги». Это рассказ на литовский тоже приведем. «Еврейские деньги». На улице Широкой, Диджоре, да, там был такой, так называемый, доходный дом, который принадлежал некому еврею сефардского происхождения по имени Винцентий. И он сдавал квартиры. И вот в одной такой чердачной квартирке жил человек. Этот человек был одинокий, у него никого не было. Но он никогда абсолютно не задолжал квартплату, всегда платил вовремя. И никто толком не знал, с чего он живет, чем он занимается. Такой нелюдимый немножко был. Единственное, кто-то потом сказал, что у него сестра уехала в Южную Африку, ведь где-то в 20-е годы несколько десятков тысяч литваков эмигрировали в Южную Африку. И она ему оттуда присылает каждый месяц какие-то деньги. И вот, видимо, она ему присылает, на это он живет. И вот как-то этот человек, он не называет даже его имя, пошел в библиотеку Страшуна и пришел к библиотекарю, который является исторической личностью, очень увековеченной, Хайко Лунский. Это человек, который был библиофилом совершенно неслыханными знаниями, вплоть до того, что он там знал на каждой странице, в какой энциклопедии, где что можно найти. И этот человек спрашивает библиотекаря: «Скажите, а где я могу почитать что-то о еврейских деньгах?» Говорит: «Что значит еврейские деньги?» Он говорит: «Ну как, у нас же была когда-то своя страна, и у нее были деньги. Ведь как-то эти деньги выглядели, как-то они назывались». И этот Хайко Лунский приносит ему энциклопедию, и он ему показывает там археологические, там сфотографированные археологические какие-то разнаходки. И он говорит: «Вот монета называлась шекель». Он говорит: «Красивое название». Он говорит: «А зачем вам это надо?» Он говорит: «Ведь когда-то опять будет еврейская страна. И я вот хочу, чтобы евреи приучались потихонечку пользоваться своими деньгами, еврейскими деньгами». Он говорит: «Может, это будет первый шаг к тому, чтобы они привыкли к мысли, что у них будет своя страна». И вот он садится, режет бумажки, рисует на них стену плача, там еще там чего-то, и пишет: «Der erste jüdische Nationaler Bank», первый еврейский национальный банк, один шекель. Теперь приходит на рынок и начинает тыкать торговкам эти шекели. Все говорят: уехала крыша. Потом какая-то бабушка продает семечки, и она не успела продать за день, и он ей клянется. Он говорит: «Я в конце каждого месяца буду приходить и эти шекели менять на выкупать эти шекели на злоты». И она подумала: «Ну хорошо, ну стаканчик семечек я ему продам, что я уже там потеряю, да?»
И когда в конце месяца он к ней каждый день приходил, и когда в конце месяца он пришел и выплатил за каждый шекель по злотому, тогда все остальные торговки увидели, и весь рынок перешел на шекель. Он приходил в каждый магазин, и в конце месяца он их выкупал, чтобы евреи Вильны привыкли, что у них будет своя страна и будут свои деньги. Все продолжалось полгода, пока эти шекели не подделали. Когда он пришел в один из магазинов на францисканской, францисканергаз, и ему дают гору этих бумажек, он говорит: это не мои шекели. Но ему было так больно и так горько, что вот такую возвышенную идею ее как бы испоганили, да? Что он говорит: неважно, это поддельные, но я их все равно куплю. И когда пришел к нему Винцентий, квартира сдатчик, и впервые за долгие годы у него не было на квартплату, этот Винцентий ему сказал: вы знаете, вы сделали такое великое дело, у вас такая великая мечта, приучить евреям к мысли, что у них будет своя страна и свои деньги, в этот месяц не нужно мне квартплаты. И он заканчивает рассказ так: как и все жители этого дома, этот еврей, который мечтал о еврейских деньгах, о еврейской стране, тоже ушел в Панары. Но шекель выжил и вернулся к родным берегам, очень далеко от Вильны, где вот тот еврей так мечтал о том, чтобы его соплеменники расплачивались своими собственными деньгами. И знаете, вот такие люди его интересовали в этом городе, вот такие вот чудаки, мечтатели, немножко вот замороченные, как говорят, да. Одна его книжка, есть книжка, переведенная на литовский, с лучшим переводом, и книжка с не очень хорошим переводом, переведенная на русский, которая называется «Последний вилинский пророк». Вот этот рассказ «Последний вилинский пророк», он о раввине Исарсоне. Вот этот раввин Исарсон был раввином в одной из вилинских синагог, и он совершенно был большим знатоком Торы и учил, и все, пока у него, как Рапинович, он вам не напишет на идыше «сошел с ума». «Сошел с ума» — это смешно? Нет. Он пишет «бис баимин копу цеха бисл дос мебель и баргиштелт», пока у него в голове немного мебель переставилась. Вот то, о чем я говорю, визуальная картинка, да? Вот когда он вам сказал, что переставилась мебель, вы это видите, и вы улыбаетесь в этот момент. И вот этот раввин Исельсон с начала 30-х годов стоит на ступенях большой синагоги и орет не своим голосом: евреи, убегайте, на вас идет резня. Все говорят: ненормальный. Жена его развелась с ним, потому что боялась жить с ненормальным. Все кричат: он ненормальный. Надо его выгнать из Вильны, он на всех страх наводит. Кто, да, ему поверил? Все сумасшедшие, которые жили в синагогальном дворе. Поэтому Крапинович говорил, всегда есть вопрос, кто на самом деле нормальный. Он стоит и орет: убегайте, на вас идет резня. Все его отталкивают. Тогда он режет бумажки. И каждому, кто проходит мимо синагогального двора, дает, тычет бумажку. На ней написано: виза, чтобы убежать из Вильны, пока не поздно. Убежать можно пешком, на поезде, лошадями. Главное — убежать, идет резня. Этим нищим, сумасшедшим, вернее, вилинским, давали ночевать в профессиональных синагогах. Вокруг большой синагоги, в этом огромном дворе, было еще 13 маленьких синагог профессиональных. И вот этот вот Исарсон, ему давали ночевать в синагоге погребального общества Хеврокадиша. По ночам люди жаловались в округе, они не могут спать. Он по ночам
вставал в этой синагоге, подходил к Арон Кодыш, к шкафу Шторы, и начинал орать диким голосом: «Господи, пожалей Вильну, не делай этого! Пожалей Вильну, не делай этого!» И он орал не своим голосом так, что люди не могли спать в округе. И уже 38-й год, осень, дождь, холод, он стоит на этой, на ступенях синагоги и орет: «Бегите, вы не знаете, что здесь будет». И когда его спрашивают, что здесь будет, он закрывает глаза и говорит: «Лучше не спрашивайте». И вы знаете, он тогда, значит, когда он стоит вот и кричит, он простудился, заработал воспаление легких. Его положили в еврейскую больницу, там на Пилимо есть здание, да, еврейская больница. И когда его выписали, уже, подлечили, выписали, там был такой доктор Зарцин. Это все настоящие люди, вот которых он упоминает, это настоящие образы. И этот доктор Зарцин, он его выписал, ему нечего даже одеть, и он ему принес там пальто, брюки, чего одеть. И он говорит: «Доктор, вы были так добры ко мне, наклонитесь ко мне, я вам хочу что-то сказать». И он к нему наклонился, говорит: «Доктор, пока не поздно, хватайте семью и бегите, бегите отсюда, вы не знаете, что здесь будет». Он говорит: «Что здесь будет?» Говорит: «Доктор, лучше не вам не знать, не спрашивайте, бегите, пока не поздно». И в 40-м году правление Виленской общины собралось и постановило заплатить деньги общины пригорода Олькиник, политовский тоже как-то... Олькиник, да. Вот туда, перевести их туда, и Виленская община платила вот той общине за то, чтобы их там содержали. И вот идет, вот он описывает этот парад сумасшедших. Вот все сумасшедшие из этого синагогального двора, и все перевезли туда. И он кричит старости Габаю Виленской синагоги большой, кричит: «Рабхаим, запомните, мы оставляем Вильну, бегите, это последний раз я вам говорю, пока не поздно, бегите». Естественно, они не спаслись, их всех расстреляли там в 41-м, но вот его, вот этого Исаксона, он назвал Карпинович «последний виленский пророк». И так называется книга, переведенная, его рассказы, переведенные на русский. То есть иногда, вы знаете, дрожь берет просто, оторопь от этих рассказов, этих пророчеств, и в то же время вы там находите такое огромное количество экскрометного еврейского юмора, которое трудно передать. Ну, и я хочу, конечно, сказать, я здесь не буду особо распространяться. Да, наверное, это самый известный сын Вильны, Авраам Суцкевер, один из крупнейших поэтов 20 века. Видите, он жил тоже с 47-го года, он в Израиле, до 2010-го, до смерти. Для него, у него было три идола, которые стояли вот как бы тенью над всем его творчеством. Неважно, о чем бы он ни писал. Три этих идола – это Шоа, Холокост, Идиш и Вильна. О чем бы он ни писал, вы всегда у него найдете вот этих вот три тени, нависающие над его творчеством. В одном из своих стихотворений он пишет, в 1974 году, он пишет: «И по ночам, даже во сне, он Вильне кумт, и Вильна ко мне приходит. Он дивиле, митзелдну штеги виле, все тем же руслом. Зиштел тарайнир блойкает, ин ойзге пихте шойн». Она вставляет, она отражает свою голубизну в разбитых стеклах окон. Он видер шлисн мирабунд винди юнге йорн, и мы вновь заключаем союз, как в молодые годы. Он видер гейден, он ди койсес, митн банайтн глойн, и поднимаем бокалы с обновленной надеждой и верой. То есть Вильна, Шоа и Идиш. И вы знаете, он написал в 1957 году поэму совершенно страшную. Страшную, уже название ее оно в дрожь бросает. Называется
Reuchen von jüdischen Kindern, дым из еврейских детей. Я даже не хочу ее цитировать, потому что она ужасна. Но в последнем абзаце он задает сакраментальный совершенно вопрос. Увековечивание Холокоста. Что такое увековечивание Холокоста? Все собирание документации, фотографии, свидетельских показаний и так далее, это все очень важно. Памятники, камни, церемонии исключительно важны. Но единственное, что живое осталось вот от тех евреев, которые в Панарах, это идыш. Это идыш. Это язык и огромная, богатейшая культура, которая на нем создана. Это жемчужины фольклора, это песни, это стихи, это поэмы и так далее. И вот он заканчивает эту поэму так. «Умир до». И мы же здесь, имеется в виду в Израиле. «Умир до». «И нойс гебенктен ланд». И мы здесь, в стране, по которой мы тосковали. «Мир зайнен виденкмелер фунайзен». Мы будто памятники из железа. Ибо каждый из нас – это ходячий памятник по семье, по общине, по местечку. «Унштендик вартен мир», и мы всегда ждем. «Аздо зонзик бавайзен», чтобы здесь показалось «Анодлер дикерфайер вогн», огненная колесница на орлиных крыльях. «Миткиндер лебедике ниткин ройхен», с живыми детьми, а не дымом. «Унелияу эрлейн ветзаймит зейцузамен», «Илья пророк будет с ними вместе». Эрветон везенде клейне, зеер татн, зеер мамен. Он покажет малышам, он укажет малышам на их папу, на их маму. Он не эрвету фейд на койсе. Он поднимет бокал. Он ветмахн кидыш и сделает кидуш, благословение. Он фунем фаер вогн из этой огненной колесницы. Эрвет бенкшен унс, ойф идыш. Он благословит нас на идыш. То есть это то, что осталось от этого мира. Это идыш. Поэтому Суцкевер – это три столпа его творчества. Холокост, идыш и Вильна как храм памяти. Ну и хочу упомянуть вот под конец вот этого человека в очках. Шмерке Кочергинский, который был, что называется, нервом Виленского гетто, который родился здесь в 1908 году в очень-очень бедной семье. Он был с юношества, был очень активен в молодежном рабочем движении. Вы знаете, он написал книжечку, которая мне совсем недавно попалась на глаза, где он описывает, как вот эти молодые евреи, которые были рабочие, из рабочих бедных семей, которые были очень-очень лево настроены. И когда пришла сюда советская власть, они действительно вот, ну, по наивности верили, что Машиах пришел красного цвета. Вот. И как в считанные месяцы они увидели весь этот ужас, который пришел. Как людей, что называется, самых верных коммунистов, друг один за другим начали запихивать по тюрьмам. Несовершенно без вины, без ничего. И вот эта его книжечка, причем с документами, он ее издал уже в Буэнос-Айресе, называется «Zwischen Serb und Hammer», «Между серпом и молотом». Он описывает, вы знаете, буквально документальное повествование из Вильны вот в этот период, 40-41 год, до немецкой оккупации. То есть какой шок испытали вот эти вот молодые люди, которые верили, что это советская власть, это действительно избавление от всех несчастий и все. И вдруг они пришли и увидели весь этот ужас и коррупцию, и аресты этих безвинных людей и так далее. То есть совершенно непоправимая травма была. И вот он находится в Виленском гетто. Вот представьте себе,
В этом Вильнюсском гетто он создает, можно сказать, самые большие шлягеры, которые были созданы в Холокосте, в том числе песню «Понар», которую вот этот 11-летний мальчик пишет на нее музыку, Алик Волковицкий, который жив и сегодня, профессор Александр Тамир в Иерусалиме. Эта песня победила на конкурсе «Песни гетто» в 1943 году, буквально перед уничтожением гетто. Первые два куплета написал доктор Ноах Волковицкий, отец Алика, и принес Кочергинскому. Кочергинский перевел на идыш вот эти с польского первые два куплета, дописал еще куплеты и создал вот эту песню «Понар», на которую этот Алик написал музыку. В Вильнюсском гетто создан еврейский партизанский гимн 21-летним парнем Гиршке Гликом, который пишет слова и кладет их на музыку, которая никакого отношения не имеет к Холокосту. Музыка из фильма «Сыны трудового народа». Покраса. То не тучи грозовые, а облака. И получилось «Зогнышко имало с дугей землять снег». То есть, наверное, это до сих пор загадка, то есть она еще нет как бы вот такого вот очень много на эту тему написано, вот такого вот объемного исследования, наверное, до сих пор нет. Смотрите, до сих пор загадка, каким образом вот этот дух просвещенчества и культуры продолжает здесь жить даже в самый вот этот бесчеловечный час Холокоста. И то, что было в Вильнюсском гетто, вот эта культурная деятельность, и театр, и оркестры, и лекции, и все, то, что было здесь, в таком объеме, этого больше не было нигде. Было немножко в Варшаве, было немножко в Лодзе, но в таком объеме пишутся песни, и спектакли, и концерты, и школы подпольные действуют и так далее, в таком объеме этого больше было, не было нигде. Поэтому все вот это вот в, как бы, в комплексе превратила Вильну вот в какой-то ореол национальной, коллективной, исторической памяти. И совершенно не случайно, что мы с нашим центром находимся здесь, потому что каждый наш семинар, он помимо лекций, которые проводятся вот здесь, в этом зале, включает еще и учебные экскурсии. И вы понимаете, что больше нигде такого места нет, чтобы то, что здесь услышали, потом можно было тут же увидеть. И это, в принципе, единственный город, где все мемориальные доски в еврейских местах написаны на идыш. На языке, как пишет Карпинович в одном из своих рассказов, которым стены этого города пропитались. Спасибо за внимание. Есть вопросы, пожалуйста? Нет, пожалуйста. Вот эти переводы на русский язык, они все когда уже в Союзе издавали? Чего? Кого? Нет. Очень многие переводы сейчас делаются. Вот, например, Хайма Града сейчас переводят. В Израиле? Частично в Израиле, частично в России. Вот Карпиновича перевели в Израиле, Хайма Града частично в Израиле, частично в России. Это в основном новый перевод. Какие тиражи интересны? Тиражи я не скажу вам сейчас, у меня сейчас цифра. Здесь есть? Здесь вы не есть? Здесь Града на английском, кое-что на русском, но мало. В общем, мы ждем, чтобы кто-нибудь подарил. Многое уже есть в интернете. В виртуальных библиотеках тоже есть. Тут, кстати, будет переводиться, мы получили грант избранное ее стихи. На литовский? На литовский. Угу. Кроме вот аквариума, который переведен. Да. Все тогда. Спасибо. Я обращаюсь в России. Вот там перевели с польского на идыш. А на польском языке есть переводы или как? Вот про Пиновича есть книжка, переведенная на польский. Грады тоже есть на польском. Да. Спасибо. Я еще прошу прощения. Я вот вы говорили про детей. Я просто воспользуюсь тем, что здесь большая публика собралась. Значит, я работаю гидом, и
Недавно мне довелось работать с человеком, который приехал из Израиля. Он уроженец 38-го года. Его зовут Хоми Руби. Его спасали из Каунасского гетто. Если кто-то, значит, не читал, то две недели тому назад была в Литовост Рита с Татьяном. Его спасали из Каунасского гетто в течение 4-5 месяцев после детской акции до 44-го года, когда его спас и привез в Каунасский сиротский дом номер 4 Пейпер. Вот. Просьба ко всем, может, кто-то знает, кто спасал, потому что он ищет, не знает, кто спасал. Спасибо.